Фред Хаттер, торговец, к вашим услугам. Я путешествую вместе с труппой Буффало Джилл. Но кажется, я повернул не туда и отбился от каравана артистов. Подскажешь дорогу на пасхальную ярмарку? Погнали, дружище, тут недалеко. Пасхальная ярмарка. Уф, спасибо, поговори с леди в красном. Это Джилл, она тут главная, она тебя вознаградит. А я пока открою свою лавку диковинки со всех концов прерий и по самым выгодным ценам. Всем огромный привет, с вами Харди, мы продолжаем. Ика, ковбойцы и индейцы, Westland Survival. Давно у нас ее не было на канале. Значит, что у нас происходит? У нас пасхальная ярмарка, ты представляешь? Сам в шоке. Ёлки-палки, сколько всяких развлечений. Фантастика, где? Вот она. Добро пожаловать на ярмарку. Встречай шоу труппы Буффало Джилл. Но какая же Пасха без яиц? Дамы и господа, в этом году мы поставим рекорд, собрав самую большую пасхальную корзину в Вестленде. Попробуй прямо сейчас. Возьми эти яйца, добавь их в корзину и выиграй свой первый приз. Так. Пасхальная корзинка. Блин, обожаю эти коробочки. Вау, сколько всякой ерунды. Время производства на станке. Минус 15%. Блин, нехило. Для кузницы. Шанс получить назад один редкий ресурс. Тоже, да, грязь? 12%. Ну вот это вот прочность станка вообще фигня полная. Потеря прочности предмета в случае смерти. Конфетки и много-много всего интересного. Опа, самую шляпу дали. Ну тут реально прочность станка, это если тебя рейдят. Охота за яйцами. Встретиться с Ханной Банни, чтобы получить еще пасхальных яиц. Буффало Джилл предложила поучаствовать в праздничном турнире. Записаться на следующий раунд охоты за яйцами можно у ассистентки Джилл Ханны Бауни. Оу, фантастика! Хочешь раздобыть еще? Сыграй в охоту за яйцами. Говори с моей ассистенткой Ханни Бауни. Пойдем? Очень приятно, да, нас вводят в курс дела. Следующий раунд охоты за яйцами вот-вот начнется. Поторопись, милашка. Ничего себе, дерзкая мадемуазель. Все, что нужно, собрать необходимое количество яиц за отведенное время. Но только никакого оружия, милый. Поупражняйся в стрельбе позже. А пока спрячь пушку. Погоди. Лужайка охоты за яйцами. Какая грязь. На старт. Внимание. Марш. Воу. Понял. Кто быстрее? 10 яичек. О, яйцо. Отвали. Мое яйцо. И второе тоже. Ты мужик, ты вообще что ли, блин? Че тебе надо от моих яиц? О, яйцо. Ха-ха. Ты че, офигел? О, грязь. Лещей можно раздавать. Кажется, у нас появился новый чемпион. Приходи сыграть еще, зайка, я буду ждать. Слушай, мне это понравилось, реально. Особенно вот этот перец, которому я всек. Кстати, поговори с Джилл. Она тебя искала. Ты такой популярный, сладенький. Ха-ха, жесть. Так, уточни маршрут фургона у Брикса. Конвой фургона. Отслеживать. Эк, я один тут не сунусь. Нашли дурака, там свирепый зайцелоп. Кто? Зайцелоп, дружище, ты серьезно? Фургон с припасами для ярмарки задерживается, а этому за булдыги зайцелоп мерещится. Понял? Но в прериях реальные бандиты куда опаснее, чем выдуманные чудища. Сопроводи фургон до ярмарки в сохранности, детали узнаешь у старины Брикса. Поехали. Слушай, пока что да, обнова прям фантастическая. Проверь западную дорогу, фургон должен был прибыть оттуда. Пойдем? Блин, огонь! Спустя несколько часов поисков на западной дороге. Зайцелопы. Так, поехали. Класс! Реал просто сопровождение фургона, ну ты понял чё? Офигеть! У него количество жизни, да? Я фиг, как это классно, а? Так, давай мы скроем вот эту шляпу. А чё, нельзя? Не отслеживать. Я не знаю, это очень круто было. Держи, друг. Чё там еще дальше? Мостик. Привет, мужчина. Блин, что-то как-то изи, да? Не, я понимаю, что ну ничего себе ты с каким оружием. У меня не такой уж и раскачанный чарик.
Я не так уж и много играю, просто давно. Все надо, мужчина. Поехали, поехали, дружище. Как это классно, а? Ну придумали же, зайчик. Нету яйца у тебя? Нету. Как так? Заяц без яиц, ужас какой. Сам в шоке. Кролик, уйди. Кролик, уйди, ты мне таргет сбиваешь. Вот бомж, а. Я не знаю, слушай, я бы чуть посложнее, да, как бы это, чтобы как-то ажиотаж был. А то что-то как-то совсем прям по одному бомжу, у которого 600 хп. Ну что это такое? Да на, друг, блин. У меня есть, к примеру, пушка, вот, смотри. Кольт Паттерсон. Ничего особенного вообще. Да разнесет он в щи их тут всех. Хорошо же, вот я о чем. Давай, мужчина, помоги расти. Да я знаю, знаю, знаю. Ты веди, веди, главное. Все должно поступить вовремя, блин. Иначе не будет у нас праздника. Давай, мужчина. На вторую можешь переключаться, дружище, я успеваю. А, все, да? Класс. Как же это прикольно, а? Ну да, это очень классно. Без Б, прям вот вообще. Удивили, честно. Задание обновлено. Спасибо за помощь, да не за что. Заходи. Вернись к Джилл, и мне какую-то подкову дают. Спасибо, без тебя бы до ярмарки доехали одни колеса. Теперь мы можем дать людям не только зрелищ, но и хлеба. Отправляйся к Джилл за наградой. Ну, нас вводят, да, так сказать, в курс дела. Сыграй в колесо фортуны. Такую удачу упускать нельзя. Сыграй в колесо фортуны, уверенно тебе повезет. Крути колесо. Веди меня, веди, где оно? А, вот оно, колесо. Ууа, класс, нифига себе. Я, короче, вообще прям, я не знаю, я в шоке. Как? Блин, ну круто придумали. Проценты показываются, да? Поехали. Дайте мне больше этих жетонов. Ну чё, одна крутилка. 10 овса. Халява, она всегда халява, да? Чё бы не выпало, как бы всегда приятно. Да, охота на зайцелопа. Ха-ха, грязь. Ох уж этот вздорный старик. Его байки про ужасного зайцелопа всех посетителей распугают. Ты не мог бы успокоить его? Да без Б, блин. Ща, погоди, окольт уберу, просто в бубен ему дам. Старик, успокойся. Да не хочет. Пс, иди сюда, ты, кажется, умнее этих бестолочей. Слыхал о свирепом звере зайцелоп? Еще бы, блин, кошмарный гигантский кролик с огромным острыми рогами. Эти яйца его точно. Чего? Друг, ты, блин, перебрал, да? Причем здесь рога, эти яйца? Давай мы не будем у огромного зайцелопа яйца его отбирать. Ну это как бы, ну, дикость, да? Ярмарка в опасности, но без напарника мне не справиться. Не струсишь, приятель? Не, ну я его не буду за... Ну в смысле... Давай, короче, просто накажем, да? А яйца оставим при нем. Тебе здесь всегда рады. Да я понял тебя уже. Чтобы войти, нужно получить задание. Да давай, блин. Дождись, пока Ник... Чё Ник пока? Найдет логово зайцелопа? Уже нашел? Дружище, ты когда вообще поспеешь? Слушай, я хочу зайцелопа наказать. Я не буду никакие яйца у него отбирать. Просто накажем и все, да? Типа, ну а чё ты, зайцелоп, что ли, блин? Старый Ник бормочет, что пасхальные яйца приманят ужасного зайцелопа. Но существует ли зверь на самом деле? Это виски ударило в голову. Нику потребуется время, чтобы найти логово. Ну или хотя бы твердо стоять на ногах. Все понятно. Короче, это пока оставляем, да? Оу-оу-оу-оу-оу, да, это всегда приятно, да? У нас, значит, что? У нас традиционный левел-ап. У нас новые эпические. Да, да, давненько я уже не снимал данный проект, а он заслуживает внимания. Это просто выживание лучшее на Android и iOS в мире ковбойцев и индейцев. Слушай, у нас новый шмот, да? Горный охотник. Блин, вот это грязь, смотри. Плюс 16 урона у созданного оружия, да? Жесть! Это круто был. Защита у одежды. Что за колец? Ты какие интересные кольца. Защита от пуль. Двойной эффект.
Эффект-то полное говно, но все-таки он двойной. Большой зацелоп. Ха-ха, грязь. А это какой, маленький был? Ну-ка покажи. Малый блин. Идиотизм. Слушай, зацелопы, да, это круто было. Забрать все немедленно, мужчина. А что я больше ничего не могу забрать. И что? Мы с тобой, значит, уже увидели. У нас, во-первых, 14 дней. 1 числа мы стартанули, да? Во-вторых, колесо фортуны, мы сейчас с тобой его уже увидели. Это круто был. Конвой тоже круто был. Ничего сказать не могу про плохого. Охота за зайцами вообще огонь, слушай. И в целом это все пасхальная ярмарка. А вот эта ерунда скоро появится, да? Stay tuned. Это охота на негодяев. Ну и все. О, чё. Тебе здесь всегда рады. Все, как бы, да? Вот это задание я чуть не догнал. Мужчина, чего вам надо, а? Собирая пасхальные яйца, мы прокачиваем вот этот левел ап, да? Потом их, соответственно, как обычно, по привычке, вкидываем в корзину. Забираем награду, открываем. Ушки зайчика, ништяк. Ну, это чисто стёб, да? Блин, такой бородатый, сухой. У нас еще торговцы. Так, за серебро. Окей. Да, блин! Чё я в корзину-то сразу вкинул, а? Смотри, какое уютное, блинчики, кресло. Ёлы-палы. Потеря прочности предметов в случае смерти. Слушай, ну, даже не знаю, что сказать про эту штуку. Это что такое? Цена ускорения производства минус 10. Минус 9. Стол инструментов. Неплохо, да? И, соответственно, у него меняется это все безобразие. И вот где яички тоже нужны. Ботинки горного охотника, эпический шмот. Максимальное здоровье увеличено. Скорость бега 23, защита от пуль. Ну, короче, топ-топ-топ, чтобы это, да? Каньон испытаний бомбить. Ярмарочная салада, чик. Ништяк. Все в лучших традициях, да, Уэстленда. Но намного круче. Ну вот по моему первому впечатлению. Давай крутанем еще эту шляпу. Крутить немедленно. Ну дай мне яички там или что-нибудь интересное. Да ладно. Ой, хорошо. Я бы если бы шапку выбил, я бы вообще в шоке был. Ну то есть это типа круто был, да? Шляпа Фреда Хаттера. Эпическая. Ничего так, шанс увернуться, незаметность. А если ее еще ремонтить можно, так вообще... Я только что фишку выиграл, вы чё? Вот она, колесо фортуны, блин. Фу, я испугался, думал обманули, а? Думал однорукий бандит, нет, у нас честная ярмарка. Слушай, ну не слабо, ну реально, да? У меня есть запас хороший этого безобразия. Но это прям сильно, да. Как может новичок себе здесь набомбить? Так, давай мы все-таки это, сколько вообще раз можно? Ну я же разик вкинул, да? Даже не знаю, прежде всего, мне кажется, всегда надо вкидывать, чтобы забрать здесь финальные награды. Почему? Да потому что, блинчики, когда спустя время придут молодые ковбойцы, да, и индейцы, ты скажешь, хочешь что-то покажу? Ну покажи. И покажешь ему зайцелопа огромного, вот он, смотри, блин. Рогатый, дичь какая, да? Круто был. Угу, легкий, обычный, сложный. Нифига класс. Ежедневно доступна одна попытка. Можно приобрести до двух попыток. Класс. Я так понимаю, надо лещей раздавать. Поехали. Слушай, это цепляет, реально. Поехали. Так, споткнулся бомж. Леща. А, меня тоже лещом. Ничего себе, их тут сколько. Зайцелопы гребаные. Не бей меня, не бей. Негодяй какой, а. Да ты чё прикалываешься, мужчина? Ха-ха, через гребаное бревно падают. Понял. И свалить, да, надо? Нет, все? Хо-хо! Как же это интересно, слушай! Прям супер вообще! Тя-тя-тя-тя!
А я что-то не понял. А сколько раз им... А, вон, понял, за серебро можешь дальше бомбить, да? Давай сложную попробуем. Давай, все. А, вон что, все. Одна попытка, да, а следующая за серебро. Поехали. Я думал, интересно отстреливать. Нет, интересно вот... Вот чем интересно заниматься. Серьезно? Не отстреливать, мужчина, отвали. Яйцо, я тебе дам яйцо. Блин, и мне тоже все. Идиотизм. Держи, друг. Лови леща. Ой, блин, сколько тут. Короче, всех не запинаешь, я понял. Мое яйцо, отвали. Давай, 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 друг. Мое. Уйди. Ах ты негодяй, блин, а. Вот так тебе, леща, блин. Отвалите, 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 отвалите. Нет, 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 яичко. Вижу, вижу, бегу. Еще одно, последнее. Бегу, 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 бегу. О, какая грязь. Как же это интересно. Значит, охотиться за вот этими гребаными яйцами. Держи, друг. Вообще грязь. Слушай, зачет, зачет. Я прям в шоке, честно. Я думал, кого-то опять убивать будет. Не, мы просто тупо за яйцами охотимся. Отдайте мою награду, я заслужил, блин. Ну и все, дальше, да, больше серебра, больше и больше. Конвой фургона. Давай вот этот самый сложный. Что-то мне кажется, он вообще нифига не сложный будет. Ух ты. О, нормально, вот это мне уже заходит. Да, вот это уже хорошо, хорошо. Ну нет такого прям, вот ты понял, куража, как с яичками. Ну просто прикольно, да, стреляем и стреляем. Но это хард, да? Смею заметить, это хард. Ничего себе, дают счастливую фишку, но... А, это зайцелоб гребаный, да? 100 яиц. Я думаю, что за фигня? Почему так много за изи режим? Мне нравится песенка. Слушай, классно, классно. Обнова без Б, блин, прям прикольная, да? Ну и, соответственно, за серебро дальше бомбим. Хочешь, да, бомбить больше? Охота за головами, все ты знаешь. И все, и будет тебе немерено этого серебра. Бомби, сколько тебе влезет. Крутите ее! А вот это вообще самое вот просто, да? 5 яичек. Ну так себе. Модификация зеленая не слабо. Шляпа это вообще шляпа, да? Типа топ, я так понимаю. Мод 2%, да? Это, кстати, моды покупаются за серебро легко и просто вообще. Охота за головами, вперед из песни. Ну чё, вливаем, вливаем все по максималке. Каков итог, друзья? Шоу должно продолжаться, вот какой итог. Классное обновление, без Б. Слушай, забавно. Особенно мне понравилось, естественно, охот за яйцами, да? Ничего не затрачиваешь. Воу! Ничего себе, тут еще и пляшут на сцене. Супер, а я не могу подняться? Могу. Речь. В общем, обновление мне понравилось. Да, прикольно, интересно, забавно, что-то новенькое. Ну и как обычно, да, как уже привычно, можешь в период обновления обзавестись новыми рецептами и всякими полезными, прикольными штуками. Ну и также украсить свое ранчо будет уникальное спустя время, да. Также турнирчик я не показал, но все стандартно. Бомбишь задания вот эти вот. Конвой, охот за яйцами, колесо. И вот когда добавят охоту, да, за супер животными. И готово. И продвигаешься по турнирной таблице. Понравился ролик? Фанат ковбоев, качай. Ссылочка на игру в описании. Ну и конечно, оцени ролик луксом. Удачи тебе в охоте за яйцами. Стой. Я тоже так могу. Сейчас. Смотри. А-та-та-та-та. Грязь, да? Вообще дикость какая. Да, фантастика.